Всем доброе утро от Бонни. Приветик. Лежит такая деловая. Ты зайчик? А? Лежишь прям как зайка. Разгружаю машинку, буду загружать. И потом поедем быстренько съездим за яйцами, купим яйца, чтобы красить. Такая ты зайка. Пушистая. Пушистая такая. Мне еще блок монтировать надо. Мы уже съездили в магазин, немножечко закупилась. Время уже 11:30. Быстренько сейчас покажу и пойду за Максом. Так, что здесь купила? Колбаску немножко. Здесь клубничка, апельсин, ананас, яблоко, персик, мультивитамин. Так, молоко взяла, сливки. Сегодня будем красить яйца, и там есть один такой способ интересный. Взяла сливочки. Рис молочный. Это я взяла миндаль, изюм. Вот, изюм тоже взяла. Так, еще что? Вот яйца. Взяла целых 3 упаковки, 45 штук. Мука, сливки, сахар, так, хлебушек, тесто для пиццы. Все. Так, это я взяла средство для цветов. Нужно смешивать с водой и поливать один раз в неделю. А то что-то они у меня, видите, у меня вот это вот дерево бонзай. Оно, видите, как подсохло. Не знаю, испортилось совсем. Схожу сейчас за Максом, а потом буду монтировать влог. Пасочки я буду печь завтра уже. Сегодня я не буду, завтра. Сегодня только яйца покрасим, а завтра буду печь. Папа пришел. А вы куда пошли покупать? Привет! Привет, Каролина! Привет, папа! Привет! Как дела? Хорошо. Маргоша приехала. Ты что, на самокате уезжала? Как дела? Яйца я уже сварила. Сейчас я пойду схожу в подвал. Мне нужно сходить в подвал, кое-что найти для покраски яиц. Будем красить, ладно? Хорошо? Тебе ставят, тебе в прошлом видео поставили лайк. Ты попросила, тебе поставили, да. Да. Будет. Макс сейчас будет красить свое яйцо. Достань ему, пожалуйста, одно. Маргуш, высуши его. Вот. Полотенчиком или чем-то. Да, теперь зеленый. Это зеленый, да, этот закрываешь и зелененький. Только сильно. Это не зеленый. Ой, синий, прости, я почему-то. Ладно. Все, закрываем. Я. Ух, яйца. На. Подожди, бери сначала пакет. Ну, сильно не сжимай, а то раздавишь но яйцо. Так вот, это вот так. Да. Вот так, чтобы она красочка там все смешалась. Чтобы покрасить потом яйцо. Я. А потом ты. Ну-ка, давай посмотрим, что там получилось. Какой. Красиво, смотри, бирюзовый. Ну-ка, бумажкой, Маргарита. Вот это все надо впитать. Сейчас у Каролин будет готов и очень красивенький. Получается? Угу. Вон, у тебя двухцветный будет. Красный не такой яркий. Водичка мама, яркая. Еще раз! Это у нас пищевая краска. Вот это вот. Мы слаймы красили ею. Все, Каролин. Ну-ка. Все. О, круто. О, прикольно. Я тоже пойду. Следующий способ. Мы используем либо пенку для бритья. Мы уже попробовали со сливками сделать. Вот такие вот они у нас. Сейчас они подсохнут. Мы их помоем и посмотрим. Так, и сейчас мы попробуем точно такой же способ, только с пенкой для бритья. Посмотрим, как получится. Так, лучше всего, я думаю, с пенкой сделать, потому что все-таки... Сливки, они очень быстро тают. Видите, они как упали. А пена для бритья, она держит форму дольше. Но сейчас посмотрим, какой лучше покраситься. Вот такие вот яйца у нас уже получились. Такие крашеные. Тут вот Маргарита красиво сделала. Такая белая полосочка. Так, вот я нарезала на такие кусочки. Это... Как она называется? Какая-то бумага. Ой, как же она называется? Яйца бумага. Забыла, как она называется. Ну, в общем, ребят, вы поняли, да, что за бумага? Прям с головы вылетела. Вот такая вот. Она такая мятая. Смотрите. Вот видите, я вот такими вот кусочками стала накладывать. Ой, она что-то яркое поставила на красное. И вот это вот тоже я сделала зеленое-желтое. Вот фокус.
И я накладывала сверху на яйцо и смачивала кисточкой мокрой. И сейчас оно подсохнет. Наверное, нужно еще подождать. И тогда я буду уже это смывать и посмотрим, что получится. Вот они сейчас все подсыхают. Вот этот уже почти подсох, это со сливками. Мне интересно, получится или нет. И с этим, вот это вот с пенкой получилось. Видите? Оно, знаете, такой нежный цвет получается. Разводы такие светленькие совсем. Это с пенки для бритья. А со сливок вообще не получилось, она все смылась. Я уже бросила, знаете, сюда покраситься. Пусть они вот так вот. Потому что не очень вышло. Так что лучше не делайте с этими со сливками. Лайфхак не работает. А вот такое вот, смотрите, получилось. Это вот на сливках. Странно. Другой не покрасился, этот если покрасился хорошо. Ничего так вроде. Прикольно. Так, ну что, ребят, вот такие вот яйца у нас получились из гофрированной, гофрированной бумаги. Наконец-то я вспомнила. Вот это вот хорошо покрасилось, но самое первое, видимо, нужно подольше держать. Ну вот тут, видите, не сильно видно вот такие вот пробелы, просветы. Хотя я делала, получается, красный-желтый, получился оранжевый. Вот это вот зеленое с желтым, по-моему. Ну и голубенькая совсем бумага, не гофрированная бумага, а другая была бумажка. Вот такие вот у нас яйца. Мне понравился больше способ с маркерами. Посмотрите, оно прикольнее выглядит. Да? Так, я доварю сейчас еще сколько здесь? 7 штук. Несколько у нас тут поотрескались. Я еще сварю 7 штук, покрашу просто так, одним цветом, без всяких рисунков. Влог я загрузила. И, как всегда, мы сердечки дома, но... читаю обязательно. Да, пока не отключат комментарии, я сижу, читаю. Маргарита что-то собирается шить. Швея. А если... Я не знаю, машинка работает или нет, Маргарита. Не нужно. Что ты будешь шить? Я буду что-то сделать. Пока яйца красила, я устала. Да, ты устала? Это вроде не так сложно, яйца красила. А еще готовить надо. Вот так. Теперь нужно опять идти на кухню и готовить. Кушать. Я заканчиваю с яйцами. Я уже все отварила. Вот еще вот такой вот получился. Все, больше не буду. То есть, ну не все, но у меня очень много потрескалось. Я отварила 30 штук. Из 30? Из 30, по-моему, штук 10, наверное, потрескались. Что они там делают на улице? Холодно же. Они там закрылись. Холодно. Конечно. Вы чего? Каролина, посмотри, на пол рассыпали все. Сама. Заходите домой, бегом. Что, дома нельзя смотреть, что ли? Это Макс сразу. Это Макс. Макс, это кто? Давай, бери веник, подметай. Нет, бери веник и подметай. Баланс. Макс поставил швабру. Ты как так сделал это? Давай, иди подметай. Работает машина? Я не знаю. Я тут начала делать формочки. Нашла видео на YouTube с помощью фольги. И вот такой вот банки, склянки. Можно сделать вот такие вот формочки. Получилась одна большая, и 5 маленьких. Решила все-таки сегодня сделать тесто. Нашла рецепт в ТикТоке. Вот. И чтобы завтра не возиться, чтобы было все готово, я сделаю сейчас. Так, я сюда уже добавила яйца, сахар взбила. Сейчас я растоплю масло. И сюда тоже добавлю
И вот она у меня уже опара подошла. Я уже добавила опару. Видите, как она поднялась. Тесто что-то я, по-моему, многовато сделала. Ну ладно, в принципе, завтра у нас гости, поэтому могу завтра угостить. Каролина Максу сделала прическу. И я ее. И ты Каролине сделал. Вообще круто. Это Макс мне. Это Макс тебе сделал? Да. Замечательно. Молодцы. Я сейчас буду добавлять муку. Так. Буду замешивать в миксере. Я вообще делаю в два раза больше, чем на рецепте, чем в рецепте. 900, ой, здесь сколько, подождите. 600 грамм, и мне нужно 900 грамм. Да, здесь 600, я еще потом добавлю. Так, включаем. Ой, ну в розетку не включила, Маргарита. В розетку не включила и жду, когда заработает миксер. Шумит. Тесто получилось, оно как бы немножечко липкое, но достаточно густое. Сейчас переложу в другую миску и оставлю, чтобы оно поднималось. Вы посмотрела, как шьют? А? Посмотрела бы этот туториал? А, ну я неправильно сделала, мне нужно. А, смотри, что они делают. Ты куда его несешь? Каролина, мне коробки нужны для того, чтобы я туда вещи складывала. Я сейчас сварила картошку в мундире и хочу поджарить, покушать. Тесто мое поднимается потихонечку. Не знаю, что там получится с влогом, какой влог будет, но, скорее всего, я же говорю, все видео будет на кухне. На кухне, на кухне. Сегодня я целый день провожу на кухне. У меня уже пятки болят. Не знаю почему, но болят пятки. Я, наверное, стою больше на пятках. Не знаю, упираюсь, наверное, опора мне на пятки больше. У меня прям пятки болят. Как тесто уже подошло. Вау. Прикольно. Изюмом. Вот у меня все маленькие уже готовы. Сейчас они будут подниматься с орешками. Большую я сделаю с изюмом и с орешками тоже. Как раз вот последний. Хорошо сделала. А пропорции в два раза больше, чем в рецепте были. А то так бы пришлось бы еще делать. Все кулички по формам, а это получается слишком высокое, мне кажется. Ну, в общем, тесто поднимется немножко, я, может быть, срежу. Я сейчас их оставлю, наверное, где-то на час. Вот эти вот тоже поднимаются.
чтобы они подошли еще. На часик, наверное, оставлю. Так, вот я достала куличики. Смотрите, какие они получились. Так, большой. Большой еще не готов. Готово. Так, теперь надо как-то вытащить. Как вытащить? Кстати, завтра влог мы снимать не сможем, потому что у нас завтра гости. Так что увидимся уже на следующей неделе. Всем пока.